losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Привет, я Максим, компания Royal Facade. Сегодня находимся на обзоре нашего очередного объекта в процессе утепления монтажа клинкерной термопанели Royal Facade. Поселок Бортничи. В основе клинкерной термопанели мы используем 10 сантиметров вспененный пенополистирол 25 плотности по ГОСТу. И наружная отделка — это клинкерная плитка польского производства Церет, серия Retro Brick Chili. Фасад порядка 230 метров квадратных, утепляется уже на протяжении месяца. Архитектура довольно-таки интересная, в то же время сложная. Мы видим оконные обрамления, оконные откосы, подоконники также выкладываются плиточкой. С боковой стороны уже начали процесс затирки швов. Предлагаю сейчас подойти поближе и посмотреть, как происходит процесс монтажа. Ну что, пойдем посмотрим поближе. Makes sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Мы видим здесь довольно-таки большие оконные проемы. Придает фасаду такой традиционный классический вид, оконный профиль с ламинацией. Заказчикам было принято решение также оконные откосы отделать клинкерной термопанели Royal Facade. В основе мы рекомендовали и используем экструзионный пенополистирол толщиной 20 мм. Также в подоконнике было принято решение использовать клинкерной плитки. Шов заказчик выбрал традиционный классический, такой как на фасаде. В основе также экструзионный пенополистирол. По факту затирки межплиточных швов будет идти дополнительная сверху гидроизоляция, дабы вода не имела шансов попасть в межплиточный шов и таким образом его раньше времени разрушить. Монтаж у нас происходит на полиуретановую клей-пену. Это всесезонная пена от минус 14 градусов мороза до плюс 40. Так что, в принципе, пока заморозки у нас наблюдаются только в ночной период времени. Но монтаж в любом случае мы будем заканчивать в этом сезоне. Температурный режим для нас абсолютно такого не имеет значения. Поэтому в планах у нас порядка 2-3 недель до сдачи этого объекта. Я думаю, мы еще дополнительно сюда приедем по факту сдачи и общего взора готового фасада. Всем спасибо за внимание и желаю грамотных и изящных решений. Пока!